Всех приветствую, меня зовут Ева. В данном видео я покажу, как сделать летнюю композицию в стаканчике. Я выбрала вот такой бумажный стаканчик. Устанавливаю в нем шарик, сформированный из мятой бумаги. Шар я не закрепляла, но по желанию для надежности его можно зафиксировать при помощи горячего клея. Далее понадобятся ракушки. Я отбираю ракушки примерно одинакового размера. Приклеиваю ракушки. Сначала заполняю ракушками пространство вдоль кромки стаканчика, а затем фиксирую их и на верхушке. Ну а пробелы между ракушками можно заполнить лыком, сизалем, кокосовым волокном, еще можно использовать мох сфагнум. Ну а я выбрала лыка, приобрела его в строительном магазине. Формирую из лыка шарики и приклеиваю их в свободные места на поверхности изделия. Так нужно заполнить всю пустующую площадь композиции. Далее я приклеиваю сухоцветы. Применила коробочки нигелы, маковые коробочки. Также клею коробочки гибискуса, а это сухая цинерария серебристая. Мне она напомнила кораллы, поэтому в композиции вписывается отлично. Ну и как будто не хватает чего-то зелененького, поэтому добавила немного искусственных листочков. Приклеиваю сухоцветы гортензии. В предыдущем видео показывала, как делала эту шляпку. Ссылка на видео будет в описании. Добавила веревочки, ленточку и в таком виде приклеиваю к верхушке композиции. Вот такая летняя композиция в спокойных оттенках у меня получилась в итоге. Я, кстати, еще закрепила подвеску в виде якоря. Название всех используемых в данной композиции сухоцветов оставлю в описании под этим видео. Спасибо за просмотр. Мне будет очень приятно, если вы поддержите это видео лайком. Подпишитесь на канал и оставите комментарий. Смайликов будет вполне достаточно. Ну и, конечно, самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч в следующих видео!